работаем по Е-Славянск-Теплосеть. На данный момент задолженность по зарплате у нас составляет уже полгода. За май месяц до сих пор зарплата так в полном объеме и погашенная не была. Идет частичная выплата, да. Но в полном объеме ничего не дается. Были такие выплаты, которые по 50 гривен, 100 гривен, в зависимости какая там у кого как бы задолженность. Но вот за месяц человек работал, ему дали 100 гривен. Но это как плевок в лицо. Вопрос должен решаться, потому что сейчас предприятие рассчитывается очень много людей, очень много квалифицированных людей. На данный момент уже много порасчитывалось, и есть даже такие котельные, которые, на которых осталось по одному, два слесаря. Все. Это очень мало. Если в случае какой-то поломки или аварии, он просто не в состоянии будет это все дело устранить. Это коллективное заявление прокуратуру на имя нашего директора Ефимова Александра Ивановича за невыплату заработной платы. Вчера мы начали собирать подписи, вот, ездить по котельным, собирать эти подписи. А у нас требование одно – погасить задолженность по заработной плате и потом ежемесячно стабильно ее выплачивать согласно коллективному договору. Вот, и все. У нас больше требований никаких, в принципе, нет. Мы не просим ничего лишнего. Мы просим, отдайте нашу зарплату. Вот. Если не будут, да, приняты меры для выплаты заработной платы, да, мы будем это сам, будем поднимать народ, будем выводить народ на митинги, но это будет не в рабочее время, это будут выходные дни, может быть, после работы будем собираться, будем митинговать, потому что, ну, другого выхода у нас нет.